Команда девушек, представлявшая на соревнованиях лицея имени Николая Булакина, и юноши, выступающие за 25-ю абаканскую школу, в конце марта отправятся в Томск играть за Хакасию на чемпионате Сибирского федерального округа. Таковы итоги регионального финального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». Прежде чем попасть в финал, команды-участники боролись за первые места сначала на школьном, затем на муниципальном и, наконец, региональном этапах. Среди команд юношей лучшими уже третий сезон подряд стали спортсмены 25-й абаканской школы. Ребята без особых усилий обыграли участников из Усть-Абакана. Счет финального поединка 63-35. Не отстала и команда девушек из лицея имени Николая Булакина с большим разрывом в счете в полуфинале, обыграв спортсменок из Таштыпа. А в финале баскетболисты вырвали победу у команды из Усть-Абакана. Теперь парни и девушки готовятся к чемпионату СФО. В случае, если на этом этапе спортсмены займут призовые места, они отправятся на чемпионат России по баскетболу. Словом, на федеральном этапе Хакасия не играла ни разу. Шансы попасть в финал есть, делится тренер ребят. Более подробно смотрите в программе «Спорт-обзор» 9 февраля.